Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Он меня не любит. Он меня не любит. Господи, зачем я ему вообще писала? У него таких, как я, там, толпами. Зачем мне ему сдавать? Зачем я вообще взяла бумагу и начала писать это письмо? Он меня не любит. Господи, я же писала искренне, от всей души, а он меня не любит. Ну зачем он тогда смотрел так на меня? Зачем он писал такие теплые слова, что ему приятно? Кого же любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужлив на наш аршин? Кто нас заботливо лелеет? Господи. Кому порог наш не беда? Кому порог наш не беда? Кто не наскучит никогда?